первого вложения меньше, чем 20%, соответственно, обе эти единицы будут болеть этим PMI. PMI можно отстричь, как только вы выплатили хотя бы 20%. То есть подводный камень номер один – PMI, и от него надо быстро избавиться. Как от него быстро избавиться? Очень просто. Выплатить 20%. Значит, ежемесячно, когда мы платим по ипотеке, скажем, те же $1200, что я озвучил, из них около $200, заранее я повернул, да? Из них около $250-280 каждый месяц попадает в тело кредита. Все остальные уходят всяким добрым дядям, которые вам позволили все это дело провернуть. Значит, то есть за год такая недвижимость становится вашей на 280 умножить на 12, сколько это там получится? Сложно у меня посчитать, $3200-$3300, да? То есть это сколько получается? Это 1.5% в год все равно, по чуть-чуть, даже если вы ничего не делаете, на 1.5% в год дом становится вашим. То есть первый платеж 3.5%, через год вы уже будете владеть 5% недвижимости. Значит, дальше задача очень простая. С помощью разных способов экономии собираем деньги, возвраты налогов, которые весной нам приходят, тратим не на дурацкие телевизоры, а все вкладываем в тело кредита. Выплачиваем дом преждевременно, пока он не достигнет 20%. Как только достигнет 20%, перестаем это делать. Это пока не выгодно. Лучше эти деньги вложить. Ой, ребята, там же моя велосипедная остановка. Вы что, совсем офигели? Ну вы даете. Ну, Walmart. Ну, ничего. Значит, то есть надо избавиться от этой PMI и то как можно быстрее. Она жрет ваши деньги и деньги не приносит. То есть я, например, заплатил, конечно, не 3,5, а 10%. Но уже через полтора года я от PMI избавился. То есть, если брать 3.5%, то при двоих работающих взрослых это должно занять не более 2 лет, чтобы избавиться от этой PMI. В противном случае она будет у вас висеть на шее еще очень долго. Какой еще подводный камень? Говорят, рентовщики уничтожат дом. Ну, во-первых, это надо, вы сами смотрите, кого вы пускаете в дом. То есть, если вы видите, что это какой-то там, ну, такой покидюксуспильство по-украински, такой нехороший человек, и явно он будет плохо заботиться о вашем доме, то зачем вы ему сдаете этот дом? То есть, проводите скрининг, есть куча бесплатных сайтов, где за деньги этих потенциальных квартирантов за $40 вы проверяете всю их кредитную историю, и сайт за вас проверяет, подходят они вам или нет. Значит, текущие ремонты. Текущие ремонты, во-первых, не так дорогие в США, особенно сидеть своими руками. Например, я полностью поставил новую плитку на кухне и в 2 ванных. Все это делал не своими руками. Все это мне делала компания моего очень хорошего друга. Кстати, кому нужны плиточники возле Биллингема, вот там возле Сиэтла, обращайтесь. Обязательно посоветую очень хорошего плиточника. И да, все это мне обошлось $2400. Сорвать линолеум, установить красивую плитку. Это вовсе не так дорого, как вам кажется. То есть этот процент на замену дома, на амортизацию, на все остальное, можно просто вложить подъем рента каждый год. Значит, это задача номер два. Не просто сдать дом за $1600, а подписать годовой контракт и сдавать первый год за 1600 и каждый последующий год поднимать на минимум 2%.
то есть поднимать на $25. Следующий год будет 1625, потом 1655 и так далее. Цены у нас в США медленно, но уверенно на все растут. Инфляция сколько там? 1.5-2%. То есть никто не заметит этого подъема в $25 раз в год. А вы таким образом себе обеспечите прибыль, которая будет на одном и том же уровне. Так, наверное, видео уже приближается к 20-минутному рубежу. Его будет тяжело выложить. И у меня теперь смешались в кучу коней люди. И библиотека финансовой независимости, и инвестиции в недвижимость, блин, этот, Walmart. Но, да, тогда будем заканчивать, а я пошел за тем, что мне надо. Молоко, подсолнечное масло, что там еще надо было. В общем, всем, кому понравился короткий ликбез о инвестициях в недвижимость, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. У меня теперь, поскольку я частично финансово независим, много времени. Можно снимать много интересных и хороших видео. Если вам интересно видео о чем-то конкретно, можете в комментариях написать, что бы вы хотели услышать или увидеть в Альбукерке, Нью-Мексико. И если это в моих силах, то обязательно об этом видео снимем. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, распространяем видео в соцсетях. И всем пока!